Мультстудия «Рыжий кот» представляет мультфильм «Подводное чудо» автора Свахина Юрия и Носова Маша. На свете жила злая ведьма, которая мечтала, чтобы весь мир принадлежал ей. Она жила в мусорном замке и дождалась, когда все люди погрязнут в мусоре и наступит ее время. А в соседней деревушке на берегу океана жила девочка, которая могла дышать под водой. Каждый день она очищала дно океана от мусора. Однажды, глядя в свой магический шар, ведьма увидела девочку, которая забирает мусор в океане. Ведьма разозлилась и полетела в ту деревню. Девочка, закончив убирать мусор, так устала, что уснула прямо на дне. И тут ведьма превратила ее в каменную статую. Прошло много лет. Люди изобрели акваланг и смогли спускаться на дно океана. Они ужаснулись, сколько там мусора. Люди стали очищать океан. Ведьма уже ничего не смогла сделать. Постепенно она стала терять свою силу, а ее мусорный дворец был переработан. С тех пор в память об отважной девочке люди поддерживают чистоту океана.